начинать служение. Сейчас стоял, молился, и пришла такая история. Вспомнил, что когда-то я слышал, что один человек пришел в церковь, ну, обстоятельства так складывались, что не все у него было благополучно, не все хорошо, негде было умыться, и от него немножко так запашок шел. Не соответствует, выглядел, его в церковь не пустили. И он стоит вот так у врат, выгнали его из церкви, и он стоит, плачет, и к нему подходит какой-то мужчина и говорит: ну что ты плачешь? Он говорит: да, меня в церковь не пустили. А потом выяснилось, что это сам Иисус Христос к нему подошел и говорит: ну меня тоже в эту церковь не пускают. И вы знаете, вот просто как, вот если вот посмотреть на все церкви, да, всех деноминаций христианских, то, конечно, Иисус Христос, Он желает сегодня входить во все церкви. И я могу так сказать, что везде, где искренно призывается имя Иисус Христа, Иисус там. Можете сказать аминь? И это не важно. Это может быть православная церковь, это может быть католическая церковь, это может быть протестантская церковь, это может быть лютеранская церковь. Везде, где искренно призывают: Иисус, приди в наше служение, приди в мое сердце, в мою жизнь, Иисус всегда приходит. Иисус не может войти в ту церковь, где Его имя не призывается и где Он не желанен, где не читают Евангелие. И такие церкви сегодня есть, вы знаете. Есть церкви на сегодняшний день, к сожалению, куда Иисус Христа просто не пускает. И, к сожалению, это так. Но я надеюсь, что у нас другая церковь, правда? Мы христианская церковь, где Христос желан. Мы читаем Его Евангелие, мы любим Его от всего сердца. Ну, не знаю, по крайней мере, я люблю. Не знаю, как вы, я не могу за каждого из вас отвечать. Слово Божие говорит, что каждый за себя даст отчет, но я все-таки надеюсь и верю, и молюсь, что каждое сердце здесь, которое здесь сегодня в этом зале сидит, пребывает, находится, искренне верит в Иисуса Христа, ожидает Его и всю свою жизнь посвящает нашему Господу. Слава нашему Богу! Сегодня хотел прочесть такой самый короткий псалтырь, псалом номер 116, где написано: «Хвалите Господа все народы». То есть желание Бога, чтобы все народы прославляли имя Господа, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, истина Господня вовек. Аллилуйя. Хочу также прочитать и на болгарском языке, даже есть такая песня: «Милость Господня вовек». Хвалите Господа всички народы, славословите Его всички племена, за что то милостаму к им нас э гуляма, и верноста Господна трае до века. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Господь, мы призываем Твое святое имя в наше собрание. Мы призываем силу Святого Духа, Господь Отец. Омой нас еще раз Твоей драгоценной кровью, Господь Отец. Господь Отец, дай нам прямо сейчас, если, Господь, моя совесть, мое сердце, Господь, обличает меня в чем-либо, Господь Отец, признаться пред Тобой и сказать: Иисус, пожалуйста, прости меня вот за этот конкретный грех, за вот это слово, которое я сказал, за ту мысль, которую я подумал, за какое-то действие, которое я сделал, Господь Отче, на этой неделе. И мне стыдно за это. Прости меня, пожалуйста, Господь Отче. И Слово Божие говорит, когда мы исповедуем грехи наши, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Без исключения. Нет такого греха, который не могла бы омыть драгоценная кровь самого чистого святого Агнца, без порока, без пятна, который умер за каждого из нас. Без исключения. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое Божье присутствие, Господь, на этом месте, за то, что, Господь, Ты уже ожидал нас, Господь Отец, за то, что Ты возлюбил нас еще прежде сотворения мира, Господь Отец. Нас еще не было, Господь Отец, даже в проекте, но Ты уже, Господь, полюбил нас, Иисус. Спасибо Тебе, Господь, за Твою преизобилующую, Господь, безграничную любовь каждому из нас, Господь Отец. Господь, Ты любишь каждого из нас, но Ты, Господь, ненавидишь грех, и Ты не желаешь, чтобы мы находились или пребывали во власти греха. Потому что грех убивает, а Твое Слово оживляет. И Ты хочешь, чтобы Твои дети были живыми, а не мертвыми, Господь Отец. И пребывали в вечной жизни, Господь Отец. Тебе за все слава, честь и хвала, и величие, и наш поклон, и мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа, и народ Божий скажет: аминь. И сегодня я хотел попросить Юлю, чтобы она спела одну такую очень хорошую народную болгарскую песню. Давайте мы поприветствуем. Аллилуйя.
Аллилуйя, церковь, аллилуйя, братья и сестры. Давайте мы поднимемся, начнем наше служение, отключим мобильные телефоны и настроимся только на одну волну с нашим Господом. Мы собрались здесь, чтобы прославить нашего Господа Иисуса Христа. Готовы славить? Приготовили свои руки, сердце, мысли. Давайте прославим Господа. Искать лица Твоего, наш Бог, чтобы поклониться Тебе, воздать Тебе всю славу, честь и хвалу. Вот я здесь, пришел искать Тебя. Вот я здесь, мой Бог, вот я здесь. Для кого живу я?
вечно Тебя я буду славить, Иисус. Мы будем славить Тебя, наш Бог. Вечно Тебя я буду славить. Всем сердцем, всей душой. Вечно Тебя я буду славить. Вечно Тебя я буду славить, Иисус. Прославляй Иисуса всем сердцем. Вечно Тебя я буду славить. Вечно Тебя я буду славить. Вечно Тебя я буду славить, Иисус. Вся слава только Тебе. Вечно Тебя я буду славить. Вечно Тебя я буду славить. Вечно Тебя я буду славить, Иисус. Ты мой Бог, Ты Господь. Ты тот, для кого живу я, Царь, Царь царей, жизнью всей буду славить лишь Тебя. Ты мой Бог, Ты Господь, Ты тот, для кого живу я, Царь, Царь царей, жизнью всей буду славить лишь Тебя. Ты мой Бог, Ты Господь, Ты тот, для кого. Иисус, Ты сегодня продолжаешь делать свои чудеса, как и 2000 лет назад. Ты продолжаешь являть свою милость этому миру. Thank you.
В объятиях любви мне
нужен в жизни только ты. Мне нужен в жизни только ты. Я живу лишь для тебя, и вся жизнь моя в руках твоих. Сейчас пред Тобою.
spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me. Before I spoke a word, you were singing over me. A breath, you breathe your life in me. You've been so, so kind to me. To me. There's no wall you won't keep down.
Когда-то оставил 99 овец, которые не нуждались, чтобы найти меня, потерявшуюся овцу, Господь Отче, вытащить из этой ямы, Господь Отче, Отец, омыть и осветить для своей славы. Каждый из нас, Господь, когда-то был приведен к Тебе. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что омыты, за то, что мы освящены, за то, что мы, Господь Отче, свободны сегодня во славу нашего Господа. Что эта свобода, которая нам дана, она не для угождения плоти, не для того, чтобы мы свободно грешили, не для того, чтобы мы были свободны от всякого рабства греха, от власти этого мира, от власти дьявола. Господь, мы благословляем Израиля, благословляем Иерусалим, Господь Отче, чтобы в этом городе мира всегда был Твой мир. Благословляем Твой избранный израильский народ, Господь Отец, потому что Слово Твое говорит, что благословляющие Израиль будут благословенны. И проклинающие Израиля будут прокляты. Но мы благословляем Израиля, Господь Отец, Осана, слава Тебе. Аллилуйя, Отец. Благослови, Господь, свой Божий народ. И мы верим в то, что мы, Господь, также, Господь, сегодня есть. Иудеи, которые, Господь, получили когда-то обрезание не крайней плоти, но крайней плоти наших сердец, Господь Отче. Мы сегодня иудеи по духу, Господь Отче. Твой избранный народ. Аллилуйя, Отец. И мы благословляем этот народ по всему лику земли, Господь Отче. Те, которые избрали Тебя, и те, которых Ты избрал, Господь Отче. Вызвал из среды и поставил пред собой, Иисус. Благодарим Тебя, Господь, за Твой духовный Израиль. Слава Тебе, всемогущий Бог. Мы благодарим Тебя за поклонение, за то, что Ты ищешь себе поклонников, которые поклонялись бы Тебе в духе и в истине. И Ты находишь их здесь, также, Господь, в Арне, в Болгарии, Господь Отец, есть истинные поклонники, которые, Господь, поклоняются Тебе сегодня. Да будут они благословенны, Господь Отец, во имя Твое. Аллилуйя, аллилуйя. Мы молились на этом месте во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя нашего Господа Иисуса Христа. И Церковь Божия скажет аминь, аллилуйя, слава нашему Богу. Давайте мы воздадим славу Творцу. Иисус, Тебе слава. Аллилуйя, аллилуйя.